Алпатова с мячом. Под четвертым номером. И есть 2 очка. Это номер 12 стартовых секунд на паркете. Номер 21. Анна Крошка. Номер широкого под номером 12. Также и 17 номер у Натальи Дорохиной. 4-2 сейчас Феникс повел. Фаворитом, конечно, к этому матчу подходит Феникс, но Шарлот в последнее время неплохую игру показывает сейчас. Отличный мув сейчас от Солодковой, забивает она 2 очка. Давает борьбу. И есть 2 очка. Фениксу. И у нас хорошая защита. Лохина. Перевод на трёху. Здесь Меркулова бросает с дистанции. Лохина. Наверное, сегодня именно Наталья будет основной ударной силой в атаке у Шарлот. Лохина проход. Забивает. Получается у Феникса. Казаринова с отклонением бросает от трений. Попадает 7 номер Шарлот. Плачарова разворачивается красиво, забивает 2. И отличная передача на Дорохину вновь проходит. Здесь под кольцом Али не мажет такие. И еще один хороший. Трёха Дорохина и залетает от щита. И здесь Блохина бросает неточно. И третий подбор Калачарова. И 2 очка добавляет. Спину надо ставить. Шарлот. Добивает сразу же со средней. Неплохо. Хорошее начало для Елены. Алпатова. Лоутер тяжелый, убивает Светлана, неплохо. Елисеева трёху зарядила, промахнулась, идет в проход против Алпатовой. И со второй попытки все-таки заталкивает. Мяч все заталкивает. Мяч с кольцо напористый, 91 номер у Шарлот. Хороший здесь проход от Меркуловой. Вот Елена с мячом. И Елисеева с дистанции атакует не точно. Дорохина там выигрывает подбор. Убивает 2 очка. Меркулова еще и трёху попадает. Команда 2 из 3 с игры и 2 из 3 трёхи. Прекрасные цифры. Никитина с дистанции. Елена попадает от щита. Отвечает она. Ускоряется, но плохую передачу Валерия отдает. И Алпатова здесь прочитала этот пас. Блохина со средней точно. Никитина сохраняет мяч для своей команды. Здорово. Елисеева бросок со средней. В цель. Блохина на дриблинге. Неплохая скидка в угол. Здесь Меркулова и попадает Инна. Кошка здесь Богородской плохую передачу отдает. И Меркулова здесь одна. У кольца забивает 2 очка в отрыве. Валерия перевод здесь Широкову. Не совсем удачно получилось. И Алпатова здесь в отрыв убегает. Забивает 2 очка. Отлично, Блохина здесь на подстраховке действует. И очередной перехват от Меркурия. И быстрая атака. И ой-ой-ой. Блохина здесь тяжелейший с фолом завал. Никитина с мячом. С установкой фирменный браток от Елены. Залетает сейчас. Прессингуют здесь, но выбираются из-под прессинга игроки Шарлот. Никитина, еще один бросок с установкой, еще один попадает Елена, очень здорово. Леся, Широкова, пока, ой, Широкова, прошу прощения, это Инна Меркулова. Забивает трёху.
Свидетель. Алпатова. Хорошая передача под кольцо на Калачарову. Та против Широковой. На полторы головы. Плюс 16. Очень комфортный у Феникса. Калачарова здесь на противоходе очень здорово обыграла Дорохину. И легким флоутером. Неплохую передачу на крошку отдает. Та со средней мажет. Дорохина подбор забрала. Широкого треху попадает Олеся. Здорово, вовремя. Сладкова. Передача на Меркулову. Алпатова. И в итоге до Блохиной довели мяч. Та треху. Пыл подубавит. Ой. Никитина. Елисееву, Елисеева треху попадает очень вовремя. Елисеева здесь против Сладковой. Хорошо отработал на ногах. Блохина через Дорохину добивает сложный мяч Мария. Действует Меркури. Никитина треху попадает. Вторую сегодня уже отсчитает. Второй также в цель отправляет. 37-50, минут 13 у Синг. Заброс на Сладкову, та против Широкова. И падает Сладкова. Не попадает. Ника. Лавриненко вновь прекрасно в защите действует. 12-6 выигрывают пока третью четверть игроки Стинг. Прошка фалит. Меркулова здесь очень дальнюю треху заряжает. На этом у нас третья четверть заканчивается. 50-43 впереди Феникс Меркури. Лохина в проходе. Не туда. Нет попадания. Лавриненко еще. Лавриненко ищет варианты. Здесь крошка на дуге далеко. Дорохина спиной кольцу. Надо пробовать обыграть. Да нет, неплохой там процент. Около 70 будет. Да. 48-52. Тем временем счет. Временем счет на табло. Лохина с мячом. Елисеева. Никитину передачи находит. Елена. Дальше на крошка. Никитина с мячом. Евростеп. Скидка. Стинг, наверное. Второй попадает также Никитина. Минус 2 остается у Стинг. Меркулова очень хорошо обыгрывает здесь Елисееву, останавливается и средний цель отправляет. Крошка, она останавливается здесь здорово. Феникс в защите, и Меркулова вновь одна убегает, но здесь уже крошка успевает. На ровном месте от Дорохиной. Мирук здесь попадает под блокшот от Алпатовой. И там Сладкова лежит. Второй также попадает. Минут 9 остается у Стинг за минуту до конца. Возможно ли чудо? Никитина здесь со скоростью света под кольцо просто прорывается, не забивает Елена. Меркулова. И вот на Алпатову. Да. Не хватило чуть-чуть игрокам Шарлот для победы, конечно. На рывок силы остались, а уже... Передача на Блохину. Блохина.